Самый главный чит-код в предпринимательстве, в бизнесе – это образование, это обучение. Потому что, ну, на самом деле мы можем пробовать очень много всего самостоятельно. Но если есть уже люди, которые уже прошли весь этот путь, если есть результаты у их учеников, если есть системы, по которой тебя могут провести и довести до результата, то, ну, странно не воспользоваться этим. Да, может быть, не поможет одна программа. Но тогда, к примеру, почему бы не поучиться в одной, поучиться во второй, поучиться в третьей, поучиться в четвертой, не пообщаться с одним человеком, со вторым, с третьим. То есть я, например, как предприниматель постоянно обучаюсь, трачу на это, ну, реально тысячи долларов ежемесячно, иногда там десятки тысяч долларов. Я чувствую, что самое большое влияние на меня и на мой бизнес провело именно образование. И образовываться нужно регулярно, постоянно и каждый день.